Ну что, всем привет, друзья! Это Painkiller, канал Первый уровень, и сейчас мы попадем на уровень, который называется Опера. Продолжаем мы марафонить эту олдскульную игрушку. Не без труда, конечно, но я не ожидал легкой прогулки. Давайте погнали. Сразу же чекаем, что здесь. 151 монстр. Это жестко, конечно. Соберите не менее 100 душ. Так, слушайте, ну... Мне вроде как Ева какую-то фигню дала. Значит, мне... Я теперь могу собирать души. То есть, иначе я не выполню это задание. Ну, сейчас мы это в скором времени поймем. Уровень называется Опера. Слушайте, а в современной такой локации... Все как будто происходит, знаете. Как будто в таком, знаете, мегаполисе даже. Неожиданно. Вообще, опера, помните, я сказал, недавно проходил Шутан. Юрэмки называется. Так, здесь монеток нету. Так, ну никак он не хочет забираться. Так вот, в общем, та локация мне очень сильно напомнила. Вот этот уровень. Использовал карту на всякий случай. Что-то ничего тут не открывается. Ну, пока непонятно. Так, теперь понятно. Теперь понятно. Прикольный, кстати, тут саунд такой. Стрёмный. Какие-то ниндзя атакуют. Ну вот первая волна, собственно. В таком японском стиле, я бы сказал. Ну что-то я души, по-моему, не собираю, да? Я правильно понимаю? Да, я что-то их не собираю. По-моему, на этом уровне сложности души нельзя собрать никак. Я, конечно, могу ошибаться. Но посмотрим. Поднимаемся чуть выше. Вот они, декорации уже пошли. Прикольно. Немножко вспоминая, конечно, этот уровень. Я же проходил в свое время Painkiller. А вон они, засранцы, смотрите, бегут. Но они какими-то звездочками, кстати, кидают. Ну, здесь, наверное, лучше вот это оружие использовать. Отлично. Так, ну кто еще? Поднимаемся по лестнице. Высоко, конечно. Так. Идут. Вообще нечестно, ребят. Как вы мне попадаете? А я вас не попадаю. Прикольно, конечно, не отлетает, но не прикольно то, что мне осталось всего лишь 39 здоровья. Давайте я дробовик лучше возьму. Как-то с ним. Так, окей. Здесь только скалометом можно решить проблему. Так, ну давай, беги сюда. Готов. Так, мне дадут вообще жизнь? Дадут патрончики немножечко. Где-то тут. Ну, понятно.
Не хочет он сюда идти. Я надеюсь, здесь мост не будет дергаться, как в одном из предыдущих уровней. Иначе будет проблематично, конечно. Так, ну все, вроде бы я попал. Вообще, реально, вот эти вот мазки напоминают мне сейчас, как в Йорэмке. Помните, когда мы на самый верх забирались? Вот один в один. Да ну, вы прикалываетесь, что ли? Дайте мне сейф. Ёлки-палки. Я свалю отсюда. Так, отлично. Кто-то еще? Кстати, внизу жизнь. Он там застранец еще внизу. Я могу отсюда попасть? Интересно. Давайте попробуем. Ну, в целом могу, конечно. Попал. Ну, сделать это достаточно, на самом деле, сложно. Лучше, наверное, патроны особо не тратить. Там он остался один. Давайте к нему спустимся. Или он к нам поднимется, одно из двух. И там жизнь у нас уже поджидает. Ну, души наш главный персонаж так и не хочет брать. По идее, они автоматически должны генерироваться после каждого убийства врага. Интересно, что это за хрень такая? Декорация какая-то? Ну, по всей видимости, да. Так, где ты тут? А, ну вот. Так, отлично. Это сейф, между прочим. О, мы сейчас... Вот реально один в один, как Йорэмти. Посмотрите, прохождение, по-моему, так и видос называется, Йорэмти опера, по-моему. Один в один. Так, что у нас тут по врагам? Слушайте, всего лишь 27 я уничтожил. Основной замес сейчас будет около сцены, я так понимаю. Ну, классно. А знаете, что не классно? То, что их сейчас реально до хрена сюда бегут. Но это слишком небольное стрельное оружие. Очень сложно попасть. Ой-ой-ой. Ну, слушайте, так можно и проиграть. Ну да. Что такое бы взять? Давайте попробуем их издалека, пока они тупят. Но не, мне крышка, наверное. Надо здесь по-другому как-то проходить. Я, конечно, попытаюсь, но сейчас я всех сюда привлеку. Они все падают и падают там сверху. Убиваешь, а они сверху еще. Ну и здесь будет дофига реально. Ну все, я почти труп. Ни один удар остался. Ну вот это их
фишка, конечно. Так, окей. Патрончики, да? Можно гранатки покидать. Не, видите, им пофиг на гранаты. Но это действительно безумие. Тут по-другому не назовешь этот уровень. Хреново я стреляю. Где там патрончики? Можно, конечно, попробовать. Сейчас вот этих взять патроны, допустим. Потом пойти... Вот эти вот патроны взять, допустим. Держите. Ну, крайне сложно по ним попасть, если честно. Потому что они все, знаете, дергаются. Ну, допустим. Ладно, я знаю, где жизнь. В целом, пока живем. Так, где вы тут? Ну вот так вот, рукопашка можно зафигачить. Желание, конечно, можно на второй вот этаж залезть. Давайте попробуем распрыгаться, но не получается. Ладно, тут еще кое-кто остался. Остатки ниндзя. Ну идите-то. Так, окей. Ну ладно, с этой волной еще плюс-минус можно совладать. А вот что потом начинается, это, конечно, кошмар полнейший. Так, допустим. Так, отлично. Ну и смотрите, вот они падают. Красавчики. Так, ну я беру, конечно, патроны. Что это мне дает? Вопрос. У меня есть всего лишь 13 коли. Ну, допустим. Не, ну это жесть. Окей. Еще минус один монстр. Так, смотрим. Ну видите, они еще и передвигаются постоянно. С первого раза они отлетают в целом-то. Ну попасть
вот с этой пушки по ним. Ну, сложные порой бывают. Так, ну, вот этого надо теперь попасть. Готов. Так, ну смотрим. Я вижу ниндзю. Ой-ой-ой, все, я сваливаю отсюда. Вот с этими иметь дело, конечно, крайне опасно. Что это за хрень началась вообще? Да блин, не-не-не, ребята, я сваливаю. Я пойду по центру. Да, конечно, приходится отсюда удирать. Это единственная тактика, собственно. Я думаю, оправданная. Жесть. Они меня просто окружают. Смотрите, что происходит. Ну а какое мне еще оружие это будет? Ладно, я отсюда ухожу. Упрыгиваю даже, можно сказать. Слушайте, а это сейф? Да, судя по всему. А, они растут еще, смотрите. То есть эти букашки. Но это было сложно. На самом деле сложно. Давайте заценим просто. Половину монстров мы уничтожили. В целом я не знаю, для чего я собираю золото. Потому что та карта, которая у меня есть, стоит всего лишь 100 монет. У меня денег сейчас достаточно много. Но смотрите, что происходит. Это вот игра так странно ведет себя, потому что на современных ПК, на мощных, FPS просто себя своеобразно ведет. Но об этом я тысячу раз уже говорил. То, что монстры улетают в космос, я могу в космос улететь. Так. Ты что так спрыгиваешь? Не нравится мне это. Так, надо нос почесать. А то он все время чешется. Неподходящее время. Если тут будет ниндзя, я даже не знаю как. Так, патроны я вот возьму лучше. Ну вот эта хрень, она даже не долетает, понимаете, да? Так, новая локация. Ниндзя появился сразу же. Ну, блин. Жесть полнейшая, конечно. Блин, эти баллоны. Ну их нафиг, сразу же. Так, пусть ко мне не спускается просто. Ну а смысл? Вот так вот будем встречать, я не знаю. Давайте, ребят. Ну, допустим. Есть еще желающие? Там же кто-то еще бежит. Ну, конечно, вот они.
Так, отлично. Ну, что-то вроде получается, но я не уверен. Так, еще бегут. Правильно? Я просто... Ну, это жесть. Я просто не жажду туда подниматься. Вот, смотрите. Потому что я крайне уязвим, если буду сломя голову туда мчаться. Так, газовый баллон сразу же уничтожаю. Ну, еще один поток должен быть. Где он? Понятно. Ну где вы, засранца? Я буду динамичным мишенью туда-сюда ходить, потому что иначе, если будешь на месте торчать, они в тебя попадут. Готов. Ну где еще? Ну понятно. Не знаю, если он один, конечно, может быть и имеет смысл. Все. Шикарно. Ну вообще бы это было очень сложно. Картины здесь, конечно, такие, знаете, адские. Так, что у нас там? Представляете, это только чуть больше половины. Джокер был тут. А в современности эта надпись, на самом деле... Реально ассоциируется, не знаю, как у вас, но у меня с фильмом. С Хоакином Фениксом. Помните фильм «Джокер»? Да. Такое и я могу нарисовать. Мы, кстати, на самом верху. VIP-ложе, так скажем. Дадут нам полюбоваться? Дали. Безумный, конечно, файт был здесь. Прикольно, знаете, здесь звучки такие. Эмбиент завывает, такая опера зловещая. Аплодисменты слышатся. Если в хороших наушниках смотрите и слушаете наше прохождение, то, в принципе, несмотря на то, что игрушка там 2004 года, звук я выделяю. Прикольно в некоторых локациях прям. Ну, видно, что локацию, ну, реально старались сделать. Согласитесь. Пожалуй, это самая такая крутая локация, самая масштабная, самый масштабный уровень за весь пока что Painkiller. Ну, я уверен, что там что-то будет покруче скоро. Так. Я вообще туда хочу пройти. Мне кажется, там должен быть секрет какой-нибудь. Или патроны. Ну не может быть, что ничего не... Вот допустим, я спускаюсь. А вот и секрет, смотрите. Но это секретом почему-то не считается, ну ладно. Тут такие вообще места опасно оставлять. А что там такое-то? Отсюда не вижу. Жалко, тут бинокли нет. Там как будто кто-то сидит. Ладно, попрыгали. Хорошо, что он прыгает достаточно быстро. Так, подождите, ребят. Я сюда пройду, посмотрю. Чё, кажется, что кто-то тут... Ну, из-за этой фигни, короче, понятно.
Просто издалека кажется, что кто-то сидит. Так, а это не секрет у нас? Не, не секрет. Ладно. Идем дальше. Взяли броню, взяли жизнь. В целом, очень даже достойно. Ну, давайте, идите сюда. Так, во-первых, это меня больше всего беспокоит. Ну давай, давай. Ну, есть дробовик. Значит, можно пообщаться с ними. Почему нет? Справа патроны, но по левому флангу на меня бегут. Так, отлично. И здесь еще возьмем патрончики. Так, пройдем дальше. Это не открывается. Пока, во всяком случае, наверное, дверь. Так, кто там внизу? Никого нет, вроде как. Так, сразу же убираем баллон. Ну, вон они бегут. Люблю это оружие. Понимаю, что если промахнусь, то будет печально, но нужно стараться попадать. Так, где ты там? Ниндзя. Кто-нибудь его видит? Так, я спускаюсь. Где-то тут. Готов. Кто-то еще будет? Ёп! Надеюсь, вы не оглохли от моего спича. Ну, это реально подстава. Ну, хорошо, что они тупят. Ну, как тупят? Один добрался до меня. Локация на самом деле достаточно удобная в плане отстреливаться от них. Коридорная такая. Слушайте, ну вот это был замес, конечно. И сколько нас еще ждет замесов? Но я думаю, следующий замес будет последний. 45 монстров осталось. Так, ну взял я патрончики, окей. Сейф. Ну иди сюда. Готов. Ну, я немножко осмелел. Потому что, в принципе, вот в таком положении. Вот эти большие рыцари в целом. Прикольная картина, кстати. В целом большие рыцари не особо вызывают проблем. А вот ниндзя, конечно. Так, ну иди сюда. Где ты там? Вниз опять. Слушайте, интересно. Ну неужели сейчас сцена откроется? Я просто не помню уже. Слушайте, 38 монстров осталось. Так, слева я вижу. Давайте его уберем. Постараюсь я вот так попасть. Готов. Ага. Нет, финальный замес будет где-то там. Очень красиво, конечно. Но согласитесь, прикольно, да? Так, сейф. Жизнь. Ну, хотя бы жизнь дают. Уже хорошо. Пошли мы куда-то там на выход. Ну,
сейчас будет финал уже. В этом акте, во втором. Так, ну все, замес пошел. По-моему, ну, не очень удачно. По-моему, 6 уровней. А предыдущем было 5. Я могу, конечно, ошибаться. А предыдущем точно было 5 уровней. Так. А в этом, вроде я так посмотрел, их 6. То есть, о чем это говорит? Да о том, что до Робокопа надо успеть хотя бы. Ну, я не знаю, надеюсь, хотя бы большинство уровней сыграть ближе уже к концу игры. Пройти. Я понимаю, что, наверное, я не успею до 2 ноября пройти, выпуская видосы по нашему графику. Может, будет видосы каждый день, посмотрим, если я успею совмещать свою работу с каналом, то значит видосы вполне возможно, что могут выходить каждый день. Так, рыцари, блин, вы меня задолбали. Ну, а вы, в свою очередь, если нравится такой олдскульный контент, неспешное прохождение, и, видите, мы и новую игру иногда берем, тот же Робокоп будет на канале. Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте. Канал-то маленький, поэтому ламповость как минимум обеспечена. Ну а так еще в перспективе, конечно же, трансляция. То есть вживую пообщаемся. Но для этого нужно подготовить технику. Собственно, свет настроить. Ну, такие стримерские штуки, которые требуют времени и, разумеется, средств. Поэтому... Кто уже давно нас смотрит, слушает, можно сказать, скоро увидимся уже непосредственно вживую. Пообщаемся. А тут у меня, у нас, ну и у нас, конечно же, замес лютый, конечно. Разбушевались рыцари. Слушайте, ну, задолбали реально. Давайте возьму вот это оружие. Достали уже реально. Все? Вот так вот. Ну, карту мы не могли получить, потому что нужно было 100 душ. Соберу немножко золота. Хотя я на самом деле богач. О, кстати, прикольно, смотрите, разлетаются здесь снимки оперы. Не замечал, слушайте, раньше. Ладно, погнали. Еще один давайте уровень заценим. Почему нет? Полчасика побегали. Всю броню зато нашли, смотрите. Уровень был офигенный, на самом деле. Больница. Слушайте, звучит еще круче. Давайте заценим. Вы это не узнаете, но, короче, я уже побывал внутри больницы, и игрушка просто фатально вылетела. Причем так вылетела, точнее зависла, что мне пришлось даже перезагружать компьютер. Я надеюсь, больше таких приколов не повторится. Конечно, супер атмосферная локация. Кто согласен, поставьте, как говорится, класс. Здесь я нашел потайной вход.
На самом деле я вначале... О, бронь еще нашел. Вначале просто гулял. Но в итоге нашел тут правильный вход. А здесь, чтобы получить карту, нужно использовать только painkiller. То есть вот это вот оружие. Все, заходим. Ну, призраки. Они не дамажат, насколько я понимаю. Просто пугают. В целом, мне кажется, возможно только с этим оружием пройти этот уровень. Почему? Потому что... Так, кстати, мы всю броню нашли на уровне. Потому что тут всего лишь 92 монстра. И то, что я видел... Они какие-то, знаешь, знаете, такие ползущие. Ну, сейчас вы поймете, о чем я говорю. Офигенно, да? Смотрите, тут вызывали демонов. Пентаграммы. Сатанинские такие. Обряды. И сейчас начнется веселье. А вот, собственно, и веселье пошло. Так, раз. Два. Они, видите, только прыгать умеют. Ну, такие беспомощные достаточно. Ну, близко, конечно, их нельзя подпускать. Так, здесь кто-нибудь есть? Здесь нету, и я из этой комнаты буду просто отбиваться. Фу, засранцы, а. Не, смотрите, они все равно там рождаются. В целом. Ну, пока я не получил урона. В целом, хорошо прохожу. Мне нравится этот уровень. Патроны я возьму, но к чему вообще? Если я не собираюсь, кроме пейнткиллера, ничего использовать. Так, кто еще? А, здорово, ребят. Давайте, выползайте. Так, еще кто-то? О, выполз. Так. Так, ну с этой стороны один. Ага, выбили дверь. 27 монстров уже уничтожили. Так, а это сложнее засранец какой-то. Ну вот, смирительные рубашки, реально. Но он тоже как-то медленный, в принципе, обнадеживает меня. Значит, есть шанс. Так. Запрыгиваем наверх. Прикольно, смотрите, мы уже достаточно высоко забрались. Так, отлично. Ну, прыжки здесь своеобразные, но я справился. Так, мы вообще в самом верху. И что прикажете делать нам? Ну, я так понимаю, спрыгивает, да? Потому что здесь мы не выйдем. Здесь не выйдем. Ну да. Остается только спрыгивать. Что-то там внизу открылось, мне кажется. Давайте заценим. Ну правильно. Нам назад. Так, сколько их там осталось? Ну, 50 штук, короче. Ну, 60. 60. Так, погнали. Ну, вот этот смирительные рубашки. Ну реально, Pure Empty напоминает. Отлично. Подзорвал их немножечко. Напоминает опять первый уровень, соответственно, Pure Empty. Что опера, что... Там тоже в госпитале игра была. Начиналась.
Чувака уничтожили просто. Так, а вот они больные. Так, ну хватит меня пугать. Слушайте, блин, жесть. Иди нафиг, призрак. Ты что, охренел что ли? Я думал, он не дамажит. Он, оказывается, дамажит. Я не знал. А как с призраком быть? Как его уничтожить? Так, ну-ка пошел отсюда. Так, здесь вроде бы все. Здесь один больной. Ну и здесь больной. Что-то взорвалось. Так, и сейв, да? Отлично. Берем, конечно, сейв. Смотрим статистику. 47 осталось. Так, ну ты ж сюда не прыгнешь, правильно? Старается, конечно, запрыгнуть. Ну хорошо, что я не спрыгнул. Кто-то еще, я слышу. Но я спрыгнул. Пофигу. Так, что тут происходит вообще? Жесть! По потолку уже, смотрите. Ползают. Так, ну кто еще? Прикольно, на самом деле, вот это вот решение повесить их на потолок. Это реально как, так, знаете, такой хоррор киношный. Так, вот этот мне баллон реально не нравится. О, здорово, чувак. Дополз ко мне. Так, опять, короче, призрак. Я его слышу. Так, быстренько смотрим. 24 остался. Ну вот, минус один. Стремновато, конечно. Что я могу сказать? Ох ты, жесть там! Там их просто до хрена. И они между собой еще, по-моему, дерутся, насколько я понимаю. Так, ну отлично. А в этой комнате что? Опасно, конечно. Лучше проверяйте, куда идете. В целом, знаете, вот в этой локации, если все ее изучить, вообще не сложно. Ну, честно. Ну, пока, по крайней мере. Что тут осталось? 13 их штучек. Давайте спускаться вниз.
Смотрим, кто тут. Ну, конечно же. Где тут? Так, хорошо. Не, ну вот так вот опасно к нему заходить. Я лучше оббегу эту историю. Так, а здесь будет закрыто. Ну, спасибо. Не оббежать. Ну, допустим. И здесь закрыли, да? Понятно. То есть они нам дают самый... Опа. Это кто кинул? Самый сложный нам дает путь, как всегда. Так, ну здесь никого нету. Ну ладно, пойдем самым сложным путем. Это вот так вот. Так, давайте идите сюда. Готов. Кто еще? Жесть. Я справа-то и не заметил его. Ну вот это место крайне сложное на самом деле. Так, там открылось, да, я так понимаю? Теперь я могу спокойно вот так вот пройти. Не, не могу. Ну ладно. Трэш продолжается. Так, ну вот здесь. Красавчик. Так, опять они закрыли за мной дверь. Засранцы, конечно. За окном все дождь хлещет. Так, отлично, открылись. Спасибо и на этом. Все, что ли? Да, все. Так, ну вот, собственно, и выход. Надо было выйти из этого прекраснейшего места. Давайте заценим, что нам за карту дали. Так, ну а что за карта? Ярость. Во, повреждение в два раза выше. Офигенно. Просто офигенно. На боссов самое оно. Очень важная карта мы взяли, я считаю. И, в принципе, сегодня плодотворно поиграли. И посмотрели. Вот, на мой взгляд, вот эти две локации офигеннейшие. То есть, я помню, вот, Заснеженный мост тоже очень красивая локация. Вообще, вот, второй акт намного богаче смотрится, чем первый акт. Я надеюсь, все так будет по возрастающей, уровни еще будет и краше, и интереснее. А вы пока подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие видосы. Увидимся чуть позже. Пока-пока.